Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер Демастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжаем проводить эвиты, а точнее рулетки. Давно у нас не было рулетки, 200 игроков, как вы помните. Победитель получит 1000 рублей, ну как 1000 рублей. У нас будет всего 3 победителя. 3 человека, которые дойдут до финала, получают косарь. У них есть шанс поиграть в суперигру, в которой они смогут выиграть до 10 тысяч рублей каждый. В общем-то, сейчас все 200 человек у нас вон там снизу тусят. У нас в этот раз целых 32 цвета, да, Клышек? 32 же у нас цвета? Да, 32 цвета. Все, отлично, 32 цвета, смотрите, вот они снизу все тусят, так, видите, сейчас все эти флаги уберу, а то от первого лица эти флаги, оказывается, занимают так много места на экране, что, ну, капец, короче. Так, хорошо, так, давай тогда открываю уже сразу же нашу клеточку, чтобы чуваки заходили, выбирали свой цвет. Смотрите, как мы будем выбирать цвета, для тех, кто не в курсе, потому что 32 цвета в один диспенсер у нас не влезает. Все очень просто, сначала мы будем нажимать центральный раздатчик. Выпадает блок, и потом выбираем уже из того, который выпал. Делаем по два выстрела. Сначала делает я два выстрела, потом делает два выстрела Клэшрейк. После этого мы каждый раз будем поднимать на два выстрела. То есть каждый круг прям по два, да, поднимаем Клэшрейк. 2, 4, 6, 8, 10. Думаю, до 10 или, может быть, 5, ну, 16 или 14 можно поднять, а дальше уже просто отсеивать по половине игроков за раз, которые выбрали какие-либо цвета. Сейв цвета будем какие-то делать? Нет, не нужно. Думаешь, не будем никакие сейф цвета делать? Может, все-таки парочку сделать? Ну, хотя здесь по да кругу зачем? Негде бегать. Зачем тебе? Клэшрейку не нравятся сейф цвета, понимаете, чуваки? Ему вообще не нравятся сейф цвета. Сейф цвета. Короче, они, конечно, кучу раз послали разных игроков. Так, погоди, там забежали. Давай этот... закрываю уже ворота, там уже должны да, все забежать. Так, ну что ж, все уже выбрали сейф цвета. Клэшрейк, я стреляю первый, давай, я делаю первый. Ну, давай, смоляй. Так, эмеральд и второе железо. Значит, один раз стреляю из эмеральда, другое железо. Давай из эмеральда стреляю, отойди. Так, это у нас серая, светло-серая шерсть. А из железа у нас лаймовая шерсть. Так, ну чуваки, которые на светло-серую зашли. Такие, кстати, есть уже горят. И на лаймовой тоже. Ох, сразу же человек 10 у нас сгорело. Причем ровненько здесь было 184, стало 174. Нормально так поджарили чуваков. Так, ну что ж, давай открываем клеточки, пусть теперь они быстренько выбирают. Так, ну что, Клэшрейк, закрывай клетки, я считаю. Так, ну что ж, Клэшрейк теперь у нас стреляет два раза. Давай, Клэшрейк, не подведи меня, бахай. Так, бахаю. Так, золото, эмеральд. Хорошо, давай, сначала золото. Не, сначала золото надо. Ах, ты что? А, ну ладно. Так, ладно, пофиг. Коричневый и оранжевый. Коричневая шерсть и оранжевая глина. Ой, на оранжевой глине у нас много чуваков. Сразу же падают, сразу же умирают. И на коричневом у нас был всего один человек или два. Два или один человек было, все, хорошо, у нас минус вот эти вот чувачки. Кстати, смотри, минус опять 10 человек примерно, там плюс-минус. Так, хорошо, кипер, нет! Мы потеряли кипера! На самом деле, вы знаете, у меня в сериалах есть везде уже крипто-кипер, там кипер, да, но факт в том, что этот чувак, вот кипер, он был изначально в крипто-городе, там в серии 5. А потом это все другие люди, вот такие дела. Так, хорошо, давай выпускай их, пусть меняются, выбирают все новые цвета. Кстати, чуваки, ну, соответственно, можете оставаться на том же самом цвете, если вы считаете, что он, ну, типа, везучий какой-то. Но я бы, на самом деле, менял бы цвета каждый раз, потому что мне кажется, что рано или поздно все равно куда-нибудь выпадет ваш цвет, даже при 32 цветах. Так, хорошо, Клэшрейк, что там, все уже забежали, закрывай, наверное, через да, раз, бежали. Два... Три, ой, ну ты прямо, я не успел три искать, чувак не успел зайти, вот один, дай ему зайти. Так, ну хорошо, давай, да я, знаешь, что делаю, я, наверное, сейчас... Да, четыре раза стреляю. Так, первый выстрел будет в золото, второй выстрел будет в золото, третий выстрел будет в железо, и четвертый выстрел будет в алмаз. Два выстрела в золото делаю, давай, отойди, Клэшрейк. Раз, два, у нас погибает пурпурный бетон и серый бетон. Дальше выстрел в железо делаю, один, бам, у нас погибает розовая шерсть и... А, нет, погоди, не розовая, это какая? Пурпурная шерсть. И мне нужно в алмаз сделать выстрел. В алмаз это фиолетовый бетон. Фиолетовый бетон, вот так вот. Так, Клэшрейк уже начинает поджигать наших президентов. Смотрите, вон там везде люди начинают гореть. В целом, ну, нормально. Нормально, так, чуваков мы сейчас жгли. 4 выстрела. 4 выстрела очень быстро отсекает количество людей. Там, смотри, кто-то, смотри. Ты, не-не, он не успел догореть. Ты посмотри, он не успел догореть. Чуваки, пытаетесь боговаться в стекле. Пытаетесь специально сделать так, чтобы клиент Майнкрафта завис, и вы не сгорели в лаве. Пытаетесь там перепрыгнуть на другую сторону. Если мы это замечаем, если вас половят, то вы попадаете в черный список, а еще можете получить бан на сервер за попытку обмана администрации. Играйте честно. Мы проводим эти эвенты, разыгрываем свои реальные деньги, потому что это прикольно, потому что интересно смотреть, как люди соревнуются. Ну, а вам, наверное, интересно вообще поучаствовать в таком эвенте и попробовать выиграть какую-то большую сумму денег. Предположим, можно выиграть 10 тысяч рублей. Это, типа, не маленькие деньги. В регионах столько чуваки, мне кажется, за месяц зарабатывают. Почему кажется? Я сам столько зарабатывал, когда в Перми жил, за месяц. Поэтому я в целом, ну, то знаем.
Так, ну что, скоро. Ну да, закрывай. Я просто жду, пока они разбегутся. Поэтому, ну, говорю и объясняю заодно некоторые аспекты. Так вот, чуваки, не нарушайте, пожалуйста. Мы проводим эти ивенты, делаем это как бы от сердца, от души. И пытаемся получить от вас какой-то взаимности, понимаете, взаимности, да, там, хорошего поведения. Все дела, клашек, жми уже, давай, сейчас вольнем этих нахрен. Да. Разота, эмеральд, короче, эмеральд и еще эмеральд. Ой, сейчас по эмеральдам там бахнут. Так, золото, давай, что там выпало, ты сразу же ставь, чтобы я видел, ага. Эмеральд, раз, ой, так, ой-ой-ой, клашек, ты посмотри, сколько там, ой, еще два раза. Ну, черный, вам не повезло, ваш два раза выпадет, черная шерсть, посмотри. А, нет, они не на черной шерсти, они на черном песке или бетоне, я не знаю, короче, им повезло. Чувак, они вот, я думал, это черный бетон. Ох, чуваки, вы были так близки от смерти, два раза выпала черная шерсть, которая вот рядом здесь находится. Капец, тут столько чуваков, ты видел, тут миллиард просто ников, и я думал, что все, этим всем чувакам уже жопа, но они выжили. Все, меняйте быстрее цвета, быстрее выбирайте какой-то другой цвет. Теперь мы будем стрелять по 6 цветов за раз, дорогие друзья. Уже отсеяли примерно около половины, ну, чуть меньше, чем половина, но скоро будет у нас с вами половинка. Половинка отсеянная. Половинка чуваков, которые сгорели в лаве. Кстати, не забывайте, что в этой версии рулетки мы все-таки решили немножечко попробовать окупить хотя бы 1/1000 всех расходов и добавили функцию донейт. После смерти вы можете возродиться в течение там 1 минуты. Вот, за 50 кристалликов. Да. Один шанс, короче. Всего один раз это можно сделать. Так, и черт, теперь кто у нас стреляет? Я, получается, стреляю. Теперь уже 6 выстрелов сделаю. Так, ну что ж, дорогие друзья, 6 выстрелов в студию. 1 золото, 2 золота, 3 эмеральд, 4 эмеральд, 5 железа, 6 эмеральд. Ох, в эмеральд сейчас будет нормально стрелять. Так, кидаю 1 в золото, 2 в золото. Это у нас голубой бетон и серый бетон. Дальше я стреляю 2 раза в эмеральд, потом железо снова в эмеральд. Так, зеленая шерсть, фиолетовая шерсть, зеленая шерсть, железо стреляю 1 раз. Это у нас белая шерсть, еще раз в эмеральд, еще раз зеленая шерсть. Ну, то есть зеленая шерсть 2 раза выпала. Да, ну тут прям вообще по много выстрелов сразу же делаем. Но это прям жесткая рулетка, знаете, до этого рулетки были более-менее мягкие, такие размеренные. По одному выстрелу, там, по 5 кругов, да, но в этот раз мы делаем жестко, потому что мы понимаем, что 32 цвета. Если это делать по старым правилам, то это все растянется на сколько клашек? Наверное, на 1,5 часа записи, а нам, в принципе, это не нужно. Представляете, Сонечек будет монтировать 1,5 часа записи, он же умрет. Просто, Сонечек, мы хотим, чтобы ты жил. Вот, да, так, спаси, сохрани, говорят. Так, что у нас еще пару человек мы сожгли. Вот, еще серый бетон ты делаешь, да, опа. Ну там, кстати, пацаны прям за карту падают. Запускай свои шейки, а нет, сначала пусть выйдут, выйдут, да. Вы хотите менять свой цвет, дорогие друзья, у вас есть шанс. Сейчас клашек будет делать свои 6 выстрелов, свои 6 жестких выстрелов. Кстати, знаете, вот мы же делаем по 6 выстрелов, там сейчас тут и по 4 делали. Очень часто попадаются одни и те же цвета, поэтому радуйтесь. Мама может повести. А может быть сделать так, что если один и тот же цвет попадается, мы просто его убираем. Ну давай, если он только, да, нет, давай так, если он 3 раза подряд попадается, вот 2 раза все-таки этот... Вот если он 3 раза выпадает, все, это становится мертвый цвет, мы не можем больше туда никого пускать. То есть мы же через круг уже будем по 10 выстрелов делать, шанс того, что 3 раза подряд один цвет выпадется, он, ну, есть. Так, хорошо, ну что, все разошлись? Так, ну что ж, ребята, теперь я буду не в порядке том, как выпали стрелять, потому что 8 цветов уже запоминать сложнее. Так, давай, клашек, стреляй, 8 выстрелов. 1, 2, 3, 4, ой, 5, 6, 7. 8, алмазы там вообще есть? Они вообще не по 1 раз за игру выпали алмазы, ты понимаешь? И чего выкинул СНТ, а смотри, прямо в той зоне. Так, хорошо, эмеральды был 4 раза. Давай стреляем сюда 4 раза. 1, 2, 3, 4. Выпали вот такие у нас блоки. Оп, оп. Серая шерсть, бирюзовая, черная и коричневая. Так, в железо 2 раза стрелял. 1, 2. Тут у нас желтая шерсть и пурпурная шерсть. И в золото тоже 2 раза. Давайте объединимся, в золото 2 раза стрельнем. 1, 2 здесь у нас, значит, бетон пурпурный и белый бетон. Вот как-то так, дорогие друзья, как-то так. Ой, сейчас, наверное, после 8-то выстрелов все прям жестко. У меня сейчас, видишь, не было ни одного повторения вообще. Но если хочешь, давай все-таки 2 повторения. Давай 2 повторения, и мы закрываем этот цвет. Лошек, 2 повторения все-таки более реально. Мне кажется, просто до конца это... До конца игры 3 повторений может быть 1 раз. А 2 повторения будет почаще, поэтому мы это... Ну, типа, 2 раза упадывает зеленый за чей-то выстрел, все, он больше не участвует. То есть мы убиваем чуваков, которые там, и ставим над ним какую-нибудь красную фигню, типа он закрыт. Бедрок его просто закрываешь, и все, больше туда доступа игроков нет. Так, чуваки, вас выпускают, давайте, выбирайте себе новый цвет, выбирайте себе новую сторону.
Блин, я уже, я надеюсь, что на супер игру, конечно, чуваки согласятся. Хочу в супер игре такой жесткий батл устроить. Ну смотри, у нас 32 цвета для супер игры, да? Соответственно, нужно будет все как-то продумать, да. Ну все, чуваки, готовы стрелять, клашек, теперь твои 8 выстрелов. Погнали, давай. Так, красный бетон и фиолетовый бетон. Хорошо, дальше, что там еще? Белый бетон, голубой бетон, дальше. Серая шерсть. И здесь что у нас? Так, красная шерсть, фиолетовая шерсть, коричневая шерсть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, все верно, все, давай, удаляй их всех, клашек. Я тут один, минус я, ну, потому что я, да, ну, у тебя, чувак, такой ник. Ну, потому что ты, все, пока, пока, ну, потому что ты тут один, потому что ты отлетел, все, до свидания, чувак. Да, блин. Ну, что поделать. Так, хорошо, отлетают еще игроки. 68 игроков, 68 игроков. Ну, эту тему, типа, с цветами заблокированы. Я думаю, мы в будущем уже, чуваки, испробуем. Ну, то есть, как бы, поюзаем получше. Потому что в этот раз, ну, не знаю, 68 игроков будет у нас... Ну, наверное, сейчас будут шансы, да. Когда последние 20 останутся, они там будут редко отъезжать. Так, ну что, давай открывай. Сейчас мы будем делать открывай, 10 да. выстрелов, чуваки. 10 выстрелов. Прямо сейчас. Так, ну что, они там распределились, чуваки. Вы распределились, это хорошо, закрывай их. Так, хорошо, закрыли. Я пока буду начинать стрелять, я только проверю, никто там не нарушает или что-то еще. 5 эмеральдов выпало, прикинь, из 10. Ну, у меня вообще такое тоже бывало. 2 алмаза, 1 железо и золото. 5 эмеральдов, это вот та сторона. На ней вообще никто не стоит, почти как вот, ну, черные могут попасться. Так, просто 5 эмеральдов сразу же жму. 1, 2, 3, 4, 5. О, 2 раза синий выпал. 2 раза синяя шерсть, так что ее, она будет блокироваться, кстати. Была черная шерсть, серая, фиолетовая, вот это все у нас блокируется. Так, железо у меня не один раз выпало, кстати. Железо у меня светло-зеленая шерсть, она тоже отлетает. Так, дальше золото 2 раза выпало. Желтый бетон, да. А что, пурпурный бетон точно выпал. Так, погоди, мне еще 2 алмаза осталось сделать. Я сейчас удалю себе инвентарь, это уже не влезает. Так, коричневый бетон и зеленый бетон, вот. Так, дорогие друзья, синяя шерсть, свет больше недоступен. Ты его закрыл, клашек? Ну, так, так криво его закрыл, можно было попроще его закрыть. Так, ну и убиваю всех игроков. Так, ну что ж, ребята, пора гореть, пора превращаться в Chicken McNuggets, как говорится, да. В общем-то, где там на розовом сколько было? Нифига на розовом какие-то эти жесткие чуваки, Додо Пицца, Тимофейк, Джеймс Грой. Джеймс Грой, смотрите, теперь на каждый эвент приходит, на первом эвенте с рулеткой выиграл денег для мамы, как бы, да, и все, и теперь это... Джеймс Грой, что купил-то хотя бы маме-то, скажи? Купил что-то маме или себе деньги заныкал? Джеймс Грой, только честно, давай. Духи купил? Что за духи купил? Зара? Так в магазины же не работают, Аль, ты же не из Москвы, наверное. Так, ну что, ты всех поубивал, клашек, да? Они уже убираются цвета? Пусть. Хорошо, я пока убираю эти блоки лишние. Синий цвет у нас теперь недоступен, как видите, все, туда уже нельзя зайти. Так, ну что ж, клашек, твои 10 выстрелов сейчас будут. Ну, погоди, сейчас они еще не забежали в свои клеточки. Чуваки, дайте 3, 2, 1, закрываем. Да-да, стреляй, да, 10 выстрелов, клашек, 10 выстрелов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, что? 9. Что, золото? Сколько? 6 блоков? 6 золота, да. 6 золота и 4 эмеральда? 2 эмеральда и 1 этот. Ну, чуваки, которые на золоте, вам там вообще жопа. Так, а сколько эмеральдов? Черная шерсть, какая еще? Там 2 выстрелов. Да, стоп, еще. Черная шерсть еще одна. Все, черная шерсть у нас отлетает, и что и будет закрытая теперь. Так, голубая шерсть, окей, что еще? Так, у нас сейчас 30 отлетают. Черная шерсть отлетает, розовый бетон. И зеленый бетон у нас отлетают цвета, потому что они упали по 2 раза. Так, более черная шерсть у нас отлетает, я сразу же перекрываю. Надо, наверное, эти цвета еще выбить из убрать из оборота. Ну, то есть их как бы просто в сундук рядом положить, чтобы потом их снова добавили уже в супер игру, понял? Ну, чтобы они больше не падали. Так, ну что ж, ты выпустил всех, они там уже забегают, бегают, что бы делать. Мне кажется, я забыл коричневый бетон убить. Ну, поздравляю тебя, клашек. Да что, значит, чувакам второй шанс. Сейф свет был, хорошо. Так, ну что? Чуваки, убираем свой цвет, осталось 43 игрока, считаю до 3, мы закрываем клетки, 1, 2, 3, клетки закрываются. Так, ну что, клашек, делаем дальше по 10 выстрелов или все-таки до 12 поднимаем? Давай 12. У нас просто, ну у нас уже, видишь, минус 4 цвета тем более. Но у нас по 10 человек будет отсеиваться таким образом. Как минимум? Да. Ну давай, ну, ладно, стреляем, 12 раз. 1, 2, 3. 4, чувак, я первые 4 выстрела сделал, все 4 золота. 5, неплохо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чувак,
6 золотая золота, нефига, 4 как. Железа и 2 эмеральда. Ни одного алмаза за 12 выстрелов. Ни одного алмаза за 12 выстрелов. Блин, а на золоте у нас довольно мало человек. Так, ну давай, 2 эмеральда, здесь 2 выстрела делаю, раз. И 2, это коричневая шерсть и серая. Потом делаю 4 выстрела в железе. Так вот, раз, 2, 3, 4. Опа, кстати, смотри, оп, оп, и 2 раза оранжевый, он тоже у нас сейчас будет отъезжать. Так, и 6 раз сейчас в золото буду стрелять. 6 раз золото. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне 3 раза выпал белый бетон, прикинь. Еще у нас 2 цвета отлетают. То есть у нас сейчас 3 цвета вообще отлетать будет. Я пока их закрою, там скажи, какие цвета по 2? Белый бетон, да? Белый бетон, оранжевый бетон. И остальное я закрыл. Так, белый бетон и оранжевый бетон, да, закрываю все. Белый бетон, оранжевый бетон, сейчас достану из диспенсеров. Это жестко, это жестко, это жестко. Может быть сделать так, что раз она выпала втройне, может еще соседние цвета от нее тоже закрываются? Ничего себе. А чувак, смотри, на оранжевом бетоне как-то выжил, смотри, опа, опа, Clash Rex, смотри, он здесь выжил. Ну давай ему бан, дай ему, что-то пытается обманывать, ты его кикнул? А, набанил, да, на 60 забанил. Дней? На 60 дней его забанил? Да. О, нифига себе, ну я не ждал такого дерьма, но это... Ну да, это... А, ну на 60 дней, чуваки, в бан летел, чел. Ну то есть, как вы понимаете, все серьезно. Я говорил, хватит нас обманывать. Вы запарили нас реально, вот такие чуваки, которые нас обманывают, плюют нам в лицо за то, что мы проводим такие ивенты, они должны сидеть в бане, вообще, я думаю, годами, вечные баны должны получать. Вот, не нравится, не хотите улететь в бан, если вы обманщик, то не приходите, обманщиков мы не любим. Так, погоди, точно все цвета закидал? Да, вроде точно все цвета закидал, давай, ну Клашек, что там, сейчас, получается, да, ты делаешь? Окей. 12, да, выстрелов. 12. А, ты их открыл, они уже побегали там? Да, побегали и закрыл. Все, хорошо, давай, 12 выстрелов, Клашек. Да, ребят, когда у вас останется меньше 20, вы должны будете убирать один чек, один цвет. Так, что там, Клашек? Че, так вот у тебя выпало? Да. Ну, пойду сразу перекрою пацанам кислород. Опа, опа, ну, блин, сколько ты уже сделал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ага, ну тут все, 10, 11, 12, да, все, 12 выстрелов ты сделал. Пурпурными перекрываем. Опа, все, наконец-то черный бетон выпал. Кто у нас тут? Жека Топ, Лиза, Зеталдер. О, он, кстати, в прошлый раз вчера выиграл. Мы вчера проводили рулетку просто без записи. Там Клашек проводил. И чувак вчера выиграл. В этот раз не выиграл, походу. Так, ничего, убивай их, Клашек, давай. Жги. В топ-40 слился. Бимай, не расстраивайся. В следующий раз повезет. Так, ну что ж, дорогие друзья, смотрите, вас остается сейчас 20 человек. Мы перекрыли всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов. Теперь один человек на один цвет. Один человек на один цвет. Давайте все выходите. Я считаю, до 15 секунд, если два человека на одном цвете остаются в закрытую, то мы обоих кикаем. Чуваки, серьезно. Если на ваш цвет встали, лучше идите, подвиньтесь, как говорится, иначе вдруг вас обоих убьют. 15, закрывай их. Закрыл. Проверяем, один человек, один цвет. К сожалению, да, ты хотел, чтобы кто-то был, нет, да? Да, я кого-то хотел кикнуть. Хотел уже кого-то кикнуть, Клашрейк, но к счастью, вы все сделали правильно. 15 секунд вам вполне хватило. Ну что ж, мы делаем сейчас, на минуточку, 14 выстрелов. То есть чисто гипотетически за раз мы можем убить 14 человек. 14 человек, то есть одна вторая может сразу отлететь. Но есть вероятность того, что будут пустые цвета, есть вероятность того, что будут одни и те же цвета. Да и что я разглагольствую? Погнали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. Желтого. Ой, вообще нормально так падало здесь. Сначала бахну двух железных. Раз. Два. Голубой, розовый. Теперь бахну трех алмазных. Раз, два, три. Опа, черный бетон 2 раза выпал. Он навечно... Ну, это не бетон, что это? Ну да, это бетон. Так, ну он все, он навечно, короче, уже отправляется в закрытую зону. Так, сейчас. Ну, также у меня еще 4 эмеральда и 5 золота. Я сначала удалю свой инвентарь, бахну 4 эмеральда. Раз, два, три... 4. О, 2, 2 коричневых шерсти. Так, ну и 5 золота пора бахнуть. Раз, 2, 3, 4, 5. 4 раза серый бетон выпал, на котором еще никого не было. Вот теперь, думаю, рядом, ну ладно, серый бетон, на нем вообще никого не было. Вон там, вот я сейчас закрою его, закрою. Ну все, тогда хорошо. Дай им выбрать свои цвета еще раз. Чуваки, давайте, выходим. Один человек, один цвет, всего 5 игроков убило, ты хочешь сказать? Ну, нормально, нормально. А, один возродился, 6 человек убило, один возродился. Все, давайте на счет 3 закрываем. Раз, два,
3, закрывай. Ну что ж, Клэшейк, твои честные 14 выстрелов. Сейчас Клэшейк убивает, 14 человек, остается один, прикиньте. Раз, два, три, четыре. И один Соник причем. Сейчас один Соник остается, вообще будет кек. Ой, чуваки, там, ой, ну там один цвет уже, так, ой, один цвет прямо жестко, да? Пойду его перекрою сразу же, достану из диспенсера. Так, и из диспенсера его сразу же достаем, чтобы он в будущем... Прикинь, короче, золото скоро придется доставать уже из этого, потому что в золоте осталось только это. Желтый бетон. Так, что, зеленый шерсть тоже перекрывает, да? Да. Все, понял, зеленый шерсть тоже у нас перекрывается, тоже больше не участвует у нас эта шерсть. Короче, так, я забираю самолично еще желтый бетон. Он остался последний в золотом диспенсере, я его тоже закрываю. Все, у нас эта сторона полностью закрыта. И из диспенсера теперь убираю вообще в золото просто. Кстати, золото 27, что стреляли. Чуваки, ну мне жаль, жаль, то, что вы дошли до топ-десятки. Тут вас, конечно, сливают. Грустная ситуация, но такова жизнь. Сколько? 8. Соника убили. Соник! Нет! Соник! Все сюда, да, давайте, посмотрим, кто у нас дожил до конца. Вот здесь вот в стене вот так вот встаньте, вот так вот в ряд, как будто бы на расстрел, давайте, на расстрел. Посмотрю, кто у нас тут остался. Только на шифт не садитесь, я не вижу ваши ники из-за шифтов. А Джакс PSP, тут у тебя из-за шлема, это босс Папанда, скорее всего. А, да, у меня просто ник какой-то кривой. Вентемана, Вентемон, что-то знакомый ник какой-то. Из Steam Speaker, что ли? Из Steam Speaker, да. Вентемони? А что за доска? Ну, столько купил возрождение, Лег Киллер, возрождение чувак купил, нифига себе. Да, вот этот самый Павел. Да, Снайп, Элдер 05, Тимофейк, Джеймс Грой, Дерби, Дерби. Чуваки, все, выбирайте свои цвета, давайте. Выбирайте свои цвета. Давайте, давайте, давайте. Выбирайте свой цвет, который вам нравится. Ух ты, посмотри просто, мы прямо золото убрали. Понимаешь, из выстрелов золото убрали. Но я думаю, можно уже по 10 выстрелов делать, Клэшейк. Давай вернемся к 10 выстрелам. Знаешь почему? Потому что у нас уже минус очень много цветов. Мало игроков осталось, чтобы не было так, что мы убили случайно всех игроков просто за один выстрел. Тем более, мы убрали целое золото. Мы одну четвертую прям точно убрали, прям уже из выстрела. Вообще, я достал ее из... Ну, игроки обычно заходят на 2 четвертых. Почему они в зону изумрудов не идут? Ну, потому что там осталось, что там, 4 цвета. А, ну да. Понятно. Ну, окей, пусть не идут. Но потом изумруды это... Шух. Ну, а может, прямо сейчас изумруды закрыть, если в них никто не играет. Все, давай это делать. Давай это 8 выстрелов, чтобы нас 9-ку не убить, всю. Делай давай. 8 выстрелов, Клэш. А я сейчас сделаю, получится. Ты. Так, ну что, чуваки, делаю 8 выстрелов. Да, у нас выстрелов меньше, но у нас половина рулетки как минимум закрыта. Делаю 8 выстрелов, чуваки. 8. 6 алмазов, 2 железа. Ой, на алмазной стороне, кстати, чуваков даже больше. Это хорошо, это хорошо. 6. Ах, 2 двойных. Вот эти, смотри, Клэшейк. Я их сразу же достану из диспенсера, а ты их иди перекрой. И в железе еще 2 выстрела нужно сделать. 1, 2. Лайм и белый. На белом кто-нибудь есть? На белом есть Ажакс, а на лайме никого, кстати, нет. Так, ну все, я 8 выстрелов сделал, ты их убиваешь или что, или ты еще пока цвета берешь? Так, ну что ж, чуваки, пошли смерти, начинают гореть чуваки вон у нас, смотрите, уже минус 2 точно. Босс Папанда, Тимофей, Аякс PSP, 3 человека за 8 выстрелов? Да. Что-то маловато. Ладно, хорошо, хорошо, я согласен. Так, ну что ж, Клэшейк, теперь твои, да, только открой, открой их, открой. Джеймс Грой пока юзит, говорят. Фиолет, Джеймс Грой на фиолетом был, но я могу на видосе пересмотреть. Давайте так, пусть сейчас играет, если он окажется, что он пока юзил, и он действительно был на фиолетовом, я видос пересмотрю специально, то я просто ему бан на кресте дам пожизненно и все. Либо Джеймс Грой прямо сейчас сливаешь с сервера, если это так. Если ты действительно пока юзил. Че, он ливнул? Ливнул. Да, чуваки, пожалуйста, мы за всеми уследить не можем. Следите, пожалуйста, за чуваками, отписывайте. Мы еще пожизненный бан дадим тем, кто обманывает. Потому что обманывать нечестно, обманывать неправильно. Вот так вот. Ну что ж, выбрали все свои цвета. Закрывай клетки, там все выбрали по своему единственному цвету и делай 8 выстрелов. Ставь блоки, давай посмотрим, есть ли вообще на этих блоков. Так, смотри, стоп, пока не выбирай, не выбирай. Так, смотрим. Розовый, голубой и зеленый. На зеленом никого нет, на розовом есть. Ну, то есть, ну, здесь всего один человек умирает. Окей, давай дальше. Красный один умирает, коричневый, на коричневом никого. Серый, фиолетовый. Ну все. Слышь, фиолетового уже не убиваешь, он последний выпал. Нам нужно просто 3 человека, а здесь ровно умрет, чтобы... Фиолетовый не убиваю. Погоди, сколько ты убьешь? Ты сейчас убьешь 3. Ну ладно, будет 2 чувака в финале, значит. Ну убивай их давай. Ну ладно, убивай всех, а то нечестно будет. Все, всех вали, кто выпал. Все цвета, которые выпали, всех вали. Все, убил всех. Убил всех? Сейчас полечусь. Один игрок остался. Че, реально один игрок? Ты 4 за раз убил, что ли, чувак? Нужно было 3 оставить. Ты убил 4 из 5.
Ну, просто было бы нечестно. Ты все-таки в рандомном порядке доставал эти блоки, и потом в рандомном порядке стрелял. Вот в чем была проблема. Я подумал, что если ты убьешь сначала тех, кто тебе выпал, ты же. Смотри, тебе же упадало как там, типа, тебе упадало железо, алмаз, алмаз, железо. Ты стрелял так. 4 железа, 4 алмаза. Понял, типа, о чем идет речь? Понял. Вот. Я считаю, что это было немного нечестно. Так, ну ладно. Остался у нас последний игрок, получается. Кто это такой? Давай, выходи сюда. Давай, Дербию. Дербию, поздравляю. А, ты остался последним. У тебя сейчас есть 1000 рублей. Вот. Но я хотел вторых чуваков по 1000 рублей. Но, к сожалению, за последний выстрел умерли целых 4 игрока. Я не ожидал такого дерьма. Вот. Ну, Клашек, вот этим кто был? Топ-5 чувакам. Ну, вот этим 4 чувакам. Раздай там по 300 кристалликов на счет. Молодцы, дошли до конца. Так, вот, вернее, дерби. Смотри, ты сейчас можешь забрать 1000 рублей, либо сыграть в суперигру, в которой можно будет выиграть до 10 тысяч рублей. Если хочешь, можешь забрать деньги, если хочешь, можешь суперигру сыграть. На суперигре можно проиграть полностью все и уйти с нолем. И если в суперигре ты проиграешь, то... Ну, тут 32 цвета, поэтому будет контрольных цветов, которые тебя могут убить, штук 6 или 8. Хочу уйти с 1000 рублей. На киви кошелек или на кристалликс кошелек тебе? Два выбора есть. Киви. Ну все, Дерби выбирает. Видимо, сегодня без супер игры. Эх, а я ждал эту супер игру, Клашек. Я ее ждал. Ты взял и убил 4 претендентов. Так, ну что ж, дорогие, можно я супер? Не, чуваки, вы не дошли до этого. Ну так получилось, так получилось, да. Супер игры, видимо, сегодня не будет. Единственный претендент, который выжил, он не хочет играть в супер игру. В целом, мы не можем его заставить. Вот, потому что я его вообще не знаю. Если бы это был какой-нибудь Джеймс Грой, я бы попинал бы еще, я бы согласился. Вот, но ситуация такая. Сегодня без супер игры, дорогие друзья. Всего лишь 1000 рублей выиграли на киви кошелек. Собери киви кошелек у чувака. Дерби, тебе сейчас Клашек напишет печку. Да. Да, и он тебе отправит 1000 рублей. Фух. Знаете, я боялся, что на этом ивенте мы просрем, ну не знаю, 1010 рублей с этого ролика. Но как оказалось, все обошлось. Клашек, ты молодец, что этих 4 вальнул. Там вообще красавчик. Короче. Да, бюджет. Да, на бюджет сэкономил. Сэкономил бюджет Клашек. Тупо. Красавчик. Да, молодец. Тут алчность. Да, знаете, алчный демастер такой проснулся и говорит. Не, ну в целом неплохо, да, неплохо. Хорошо получилось, хорошо, да. Типа экономия 1000 уровень, да. Но все равно рулетка мало просмотров набирает. Но если наберет, не знаю, 1000 хотя бы 70 на канале, то будет неплохо. Типа я ролики с авентами и с рулетками мало у меня набирают. Ну, кстати, с всякими холодильниками и так далее, там почти 100к собирают Клашек, слышишь? А вот рулетки ну, да. Мало собирают. Мне так нравилось рулетки записывать, они не набирают. Грустно, короче, грустно. Ладно. Ролик получился так достаточно длинным. Спасибо всем, кто пришел поучаствовать. Поздравим все вместе. Давайте этого чувака с ником Derby.U. Он молодец, он прошел, он дошел, он типа, ну повезло, опять же, везение. Ну и правильный выбор цветов. Ну, как бы он, конечно, знать не мог какие-то цвета выбирать, все-таки рандом. Вот, ну что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. С вами был Демастерс, ночью был Clash Rack. Мы играли на сервере Кристалликс. Заходите играть вместе с нами. У вас будет шанс выиграть свою 1000 рублей, или может быть даже 10 тысяч. Ну, а также поучаствовать в различных прикольных ивентах, которые мы проводим с нашими подписчиками, с нашими игроками проекта. Мы постоянно взаимодействуем как-то, знаете, типа... Ну, интересно взаимодействовать с кучей людей, когда 200 игроков рядом, типа, все хотят выиграть. Это достаточно интересный экспириенс. Вообще не понимаю, почему другие ютуберы такое не проводят. То есть, ну, есть чуваки, которые такое проводят. Там я вроде видел Unfine, что-то с своими подписчиками строит постоянно по 200 человек. Там этот Фыф делает, его друг Домер Гриф что-то делает. Не знаю, почему другие не подхватили эту тему, достаточно прикольный контент, мне на самом деле очень нравится. Кто-то говорит, что это нуба контент и вся фигня, так вот можете слать таких в жопу, потому что это контент, в котором ты взаимодействуешь с подписчиками, это реально прикольно. Это реально прикольно взаимодействовать, играть, это интересно во всяком случае, лучше, чем очередная катка по SkyWars, как мне кажется. Ну, типа, решать вам, вот, ну а на этом все, с вами был Адамастер, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока-пока.